Всем привет, друзья! И недавно на скорую руку я решила приготовить горячие бутерброды. Импровизировала из тех продуктов то, что было у меня в холодильнике. Для этого я взяла сосиски и нарезала их на мелкие кусочки. Также к сосискам я добавила измельченный зеленый лук. Так как лука было много, я его не пожалела и добавила в большом количестве. А еще в холодильнике были маринованные огурцы и решила их тоже пустить в дело. Ну и конечно же в эту начинку я добавляю сыра. Сыра можно добавлять не жалея, побольше сыром бутерброды естественно не испортят. Ну и немного, а может быть даже и много майонеза, чтобы все точно перемешалось и склеилось. Начинку подготовили и теперь перехожу к сборке самого бутерброда. У меня был тостовый хлеб, по идее можно брать любой хлеб, какой у вас есть, батон, черный хлеб, все что любите, можно импровизировать с начинкой. Я выкладываю начинку по всему ломтику тостового хлеба и равномерно распределяю. И сверху накрываю вторым же кусочком. И далее по этому же принципу делаю бутерброды из остальных оставшихся кусочков хлеба. Ну и так как я готовлю горячие бутерброды, естественно их нужно обжарить. Я взбила 3 яйца с небольшим добавлением молока и вот так аккуратненько обваливаю, обмакиваю все бутерброды и выкладываю на сковородку с подогретым маслом. Обжариваю с двух сторон до появления золотистой корочки. И вот такие горячие бутерброды у меня получились. Разрезаю их на треугольнички. Действительно получилось очень вкусно. Да, кто-то скажет, не полезно, но я периодически балую себя такими вкусняшками. А еще очень удобно брать такие бутерброды с собой в поездку. Довольно часто я их готовлю при поездке на дачу.